Здорово! Я вернулся. Я вернулся из небытия. Да-да, я. Я взял себе булку, хлеб черный с солью и чай. Ща отсижусь на кайфичах. Кайф. Булка супер свежая. Найс. Бля, парни, я тогда не смогу отбить ебало даже. Ну, пакич, ну, надо было сейчас здесь. Пакич, сука. 192, хуйня. Вот здесь пакич. 480, хуйня. Хуйня, 12 рублей, ха! Вообще ничего не дало. Потому что здесь надо было. Вот, приехал, когда нахуй не нужен уже. Приехал пакич не вовремя. Теперь мы имеем здесь 3-3, а здесь 0, а здесь 3. Ну окей, это еще есть шансы сейчас поймать. Ну давай же, бля, у меня не осталось средств. Я не смогу отыграться даже. Да каких нахуй 100? Да блять, ну хоть что-нибудь, ну лол, заканчивается саб же. Да где ебаные пакиславы? Ну сюда и сюда, пакислав, зарядите мне. О да, вовремя. Ну пакислав. Бля, 3-3-2-3, лол. Опять наебка еще будет. Чувствую. Будет супер наебано. Ну где же нужные пакичи? Ебачи, должно накрутить мне нереально много. Три линии пакичей, три линии, я дождался. Цените три лайна пакичей. Вы видите это? Почему мне на стриме нихуя не показывает? Три лайна пакичей, сейчас будет три линии полностью wild. Сука, меня показывает или нет? Да, все показывает. Три ебальных лайна пакичей, погнали. Еще мне, я только отыгрался, еще! Вот это оно! Вот это оно! Вот это оно! Я дождался! Я дождался! Ура! Ух, хорошо! Плюс 50к! Fuck yeah! Very nice! Плюс 50к! Легчайший 50к! Я пойду помою кружку и возьму водички. Наконец-то я! Я прошлые два раза проебал в этом казино, но сегодня не проебу. Прошлые два раза я проебал, но сегодня я уже точно, ну, я засейвлю сабжи.
я засейвлю. То есть я проиграю, ну там еще может быть, я буду играть там до 40 тысяч, может быть до 30, до 35, но я засейвлю. Я сегодня выиграл, я решил. Ууу, край! У меня есть Доувилд. Где эти деньги? Где эти, мне советовали Ахмат. Виталий Цаль, новый министр финансов Украины. Где мне советовали автомат? Где-то здесь мне советовали автомат какой-то поиграть. Оцените, что мне написали, кстати, на стенке в Стиме. Добрый день, я представитель организации Команч. Нужно записать видеоответ на эту. Смотрите. Сколько это будет стоить и возьмешься за это. Смотрите, какой-то, блядь, видеоответ на вот это вот. Я должен... Мне предлагают деньги, чтобы я записал видеоответ на... Короче, пиздос, да. 1К поставил, поехали. Что, запускай? Что ты лыбишься? Верьте деньги! Кстати, я как всегда за столе, за столом. Может, я даунич, с какой-то... Но почему бы не поставить минимальную ставку и ждать пакетчей фриспина? А когда они выпадут, поднять ставку? Ты чё? В чат, если охуел, с плюс 50К. Ты думаешь, все так это... пакичи обнуляются, когда меняешь ставку. Когда ты меняешь ставку, пакичи на ноль становятся. Ты что, думаешь, ты самый умный или что? Кстати, Татарыч, спасибо за 1К. 1111, как всегда. Спасибо. Так, взять, конечно. Давай, давай, что you decision, я уже сказал. Давай, блядь, 2 секунды или сколько? 19? Хватит, конечно, да? Хватит. 19 нормально. Хватит, давай. Этот удвоился, блядь, с 11, 6, 5. И у него было что у него? 9 у него было? А. 9. Вы что думали, что там этот... пакичи не обнуляются от ставки? Если поставить маленькую ставку, то пакичи будут именно для той ставки. Если поставлю максимальную ставку, то пакичи будут именно для максимальной ставки. Пакичи обнуляются, ну. Они, вернее, не обнуляются, они сохраняются. Для каждой ставки свои пакичи, понимаешь? Они не обнуляются, но они для каждой свои. Крупье перебор. А, я выиграл. Бля, я проебал. Я выиграл, я даже проебал момент, когда я выиграл. Ну-ка еще раз. У меня 19 было, там был большой шанс выиграть. Еще мне 1К заряди. Давай. Четверка хуёво. Не-не-не. Девочка. Четверка хуёво. Сейчас мне семерку, плиз. Бля, девятка. Это вообще супер хуёво. Ну, девятка это прям супер хуёво. Ну, конечно, взять, но, бля, девятка это вообще пиздец. Ой, всё, иди нахуй. Я знал, что я проебу, когда девятку мне, блядь, ебаную дала, это вообще пиздец. Почему не набирают на работу каких-то, блядь, я не знаю, посмотри на нее, нахуй она себе волосы покрасила в серебряный цвет, она что, ебанутая, она что, думает, что она похожа на Дейенерис или что, блядь, она что, ебанутая? Зачем она себе покрасила волосы в серый цвет? Она что, думает, что если она покрасила себе волосы в серый цвет, то я не замечу, что ей 30 плюс лет или что? Хм. Думаете, я думаю, ты думаешь, я не вижу, что тебе 30 плюс? Думаешь, я не вижу? Большой серии, и им снова становится пиздец. Два. Даже не знаю, что сказать еще. Четная, the winning number is two. Black even, my а минимальная ставка 1К? Я искренне поздравляю всех победителей. Тогда ставим 1К на... Ставок открыто, please place. 9.12. Не, стоп, не так. Ставим на 19.36 1К и на красное. Подождите, я забыл. Черное или красное надо ставить? Сука, мне советовали, как правильно, я забыл. Ладно, давайте черное. 1К на черное, 1К на 19.36. Ваша последняя ставка. Я забыл. Спасибо, ставок больше нет, я желаю вам удачи, но... Я забыл, как правильнее, каких цифр больше, черных, красных, там, ну, которые... Я поставил на 19.36 и на черное. А я вам напомню, что уже 3 раунда подряд у нас играет номер большой серии. Это 2 черное, четное, The Last Winning Number was 2 Black Even. Одиннадцать сколько? Черная?
Хорошо, хотя бы не проебал. Я в этом раунде сыграл. Блядь. Номер малой серии. Это 11 черные, нечетные. Ну, хотя бы не проебал. Госнова. 19-36 и черная. Да ей 30 лет, их нахуй 25. Да я вижу, что лаги, минус FPS. Но это не моя вина, вы должны понимать. Это подлагивает у нее, блядь. Ей не 25 лет, ей 30 плюс. Я вам точно говорю, 30 плюс лет. Поверьте, ей 30 лет. Поверьте. Ей 30 лет. Уважаемые игроки, время для ваших ставок подходит к концу. Нихуя не 25. Это не 25 лет. 25 лет не так выглядит. Ей 30 лет. Я желаю вам удачи, но молодец. На красный выгоднее? Я... Подожди, я разберусь. Потому что предыдущим выигрышным номером было 11. Сука, она лагает, так неинтересно. Я сейчас другую рулетку пойду. Я сейчас пойду в другую рулетку, у тебя рулетка хуёвая. Если она мне, конечно, даст выиграть, то я пойду. Сколько? Сколько там, блядь? Я сыграл номер большой серии. 29 чёрная, плюс 2К! Изи, изи, изи!